И всем привет! С вами Нидерамос. Мы продолжаем проходить первого гекса. И у нас на очереди очередной мир. И вот в этом мире у нас будет столько жести. В плане уровней. Которые, тем не менее, куда проще, чем то, что будет куда дальше. Город Сумо. И чтобы доказать правдивость этих слов, нам в самом начале пихают в качестве противника сумоиста. О, вот эти колдуны вообще бешеные. Чё, охренел? Котел. Сумоиста. Сумоиста по животу бьем. Очень быстро выходит из себя этот динамит. Я бы даже не назвал это динамитом. Фейерверк какой-то. Даже динамит, ох, динамит. Динамит был у нас в мультяшных уровнях. Так, это где? А это мы здесь. Да, уровень. Портал что-то не закрывался. Ну не страшно. Черт, ты козел. Кстати, уже опасная жижа пошла. Но тем не менее, и она убивает не с одного удара. То есть она просто наносит урон по одному... по одной лапке, пока у нас не висит неуязвимость. Только я вот не помню, неуязвимость как вот это... как бонус. Работает? Но я не в курсе. Куда залез? Хрена себе. Хрена себе меня закинул. Туда как-то... само затягивает. Странно. А вот если я в самый краешек упаду вот сюда вот. Все одно и то же. Че, в яме? А в яме, черт, чекпоинт. Конечно, зачем мне чекпоинт на пути ставить? Его можно спокойно пропустить. Игра такая логичная местами. Да, неуязвимость работает. То есть, вот так, видите, мы получаем урон. Пока неуязвимость была, урон мы не получили. О, вот это шикарно. Кстати, по-моему, я вот это открыл. Две жизненьки. Обожаю.
Неудачники. А вот эта водичка, кстати, уже опасненькая. Так. О, нормально. Я вот не помню, где будет. А, нет, все нормально. Красота. Прошли. Первый уровень. Не, ну первый уровень действительно самый простой. Ну, это довольно логично. И отлично, мы сохранились. Оп! Фишбейт. Приманка для рыбы. Тут мы уже находимся внутри какого-то огромного здания. Ну, не знаю, как это называется. Такие... Не храм. В общем, как бы оно ни называлось. Потому что храм. Так. Отлично. Забавно, у Гикс и под удар разговаривают. Валим, валим, валим. Рыба. Если уровень называется приманка для рыбы, это не значит, что приманка для рыбы это я. А! Потерял и бонус атаки. И этот не взял бонус к здоровью. Уи. Ты чего вас тут так много? Рыба бешеная. Валим. Так. Ну тут, по-моему, проблема у нас начинается, если я не ошибаться. Да. Что вода временно превращается в опасную жижу. Собственно, поэтому сюда сделали такой... Или эта вода не превращается? Так, дождемся, когда это позеленеет. Посмотрим тут. Так, давай зелень. Вот. А, ты нормально. Я просто нам намекнули, что такое будет. Подойду, вроде еще пока что рановато. Это ближе к концу будет. Конечно, меня прикалывает, жизнь тут считается таким чем-то особо ценным. Хотя фармить их легко. Это та штука бессмертная. Вот это... Чекпоинт этот хорошо. Да-да. Минут, и сейчас буль-буль. И сейчас буль-буль. Покажу. Ну да. Я же не могу без смерти пройти уровень. Хоть, конечно, не самый легкий, но и далеко не самый сложный. Потому что жесть в плане уровня будет. А.
будет уже следующий уровень. Та-та-та-та. Так, а ты долбанная статуэтка. Хотя бы эту дали. О. Нормально, конечно. А! Прям в спину! Поехали, летим. Еще и подлое. Прям уж. А куда я? Это же опасная жижа. В опасную жижу не надо входить. Я не помню, сохранение у нас было в прошлой серии, помню. Ой, в прошлой серии, в прошлом уровне. Если я не ошибаюсь. А нет, вот оно. Значит, я все-таки правильно помню, что здесь должно быть сохранение. У-ху-ху. Уф, успел. Ну, в принципе, тут дается времени более чем достаточно. Для того, чтобы от одной точки к другой перейти. Нам вот сюда. Да, рада, что вот здесь вот такой секретик. Хоть на него указывают мухи. И вот тут было бы сложно без него пройти, не получив урон при этом еще. Кстати, вот тут вот бонус находится. Но тут есть высокий шанс того, что эта вода не успеет правильно сработать, и Гекс умрет, поэтому, пожалуй, я не буду сюда лезть. Потому что бонус сейчас мне собирать все равно не сподручно. Поэтому бонус будем собирать уже после. А, сохранение был и в этом, и в прошлом уровне. Да, вот очень длинный и сложный уровень. Я думаю, первые два уровня так легко прошли. А тут все будет куда дольше. Чоп-чоп, уровень называется. Это все, что нам нужно об этом уровне знать. Давненько у нас вот этого бонуса не было. Да, это тут уже просто... Уже... А! От высокой температуры даже воздух раскаляется. И... Первый этап вообще крайне просто. Да как ты меня ударил? Ты бешеный, дубанутый телевизор. Как так? Так, можно вот сюда зачем-то пройти. А. Хотя вот от этой воды неуязвимость точно не защищает. Наверное, потому что это вовсе не вода. Лава, наверное, считается. Или... Да, вот видите. Не спасает. Можно и так. О, нормально. Не буду вот за этим бонусом пытаться лезть. Может, бесполезно. А! Может, бешеный. Меня теперь даже каждый телевизор долго не трогает. Как так? Гекс, ты что делаешь? А! Черт, ну что да? А,
Ну ладно, самые вкусные все забрать. То есть, походу, вот там вот, вот за вот этой стеночкой, что-то есть. Может быть, телепорт к какому-то секретику. Может, и бонус, я не помню, где бонус. Не самая приятная перспектива свергнуться в лаву. Кстати, вот здесь глюк произошел. Тут очень часто я замечаю, что именно в этом месте эти куча-куча вот этих вот корзинок с бельем. Одной корзинки может не хватать где-то. В разных местах и бывает, что не бывает. Так, пультик взяли. Кстати, босс, если знать одну хитрость, простой просто до жути. Опа, что такое? Что бы это ни было. Это не основная часть уровня, я так понимаю. Чего я эти мухи собираю? Ну это... Просто пройтись зачем-то. Можно. А, не можно. Хотя можно. И... Обмануть систему все-таки можно. Получить... Чёртов куча мушек. Так, мы, по-моему, самый лучший результат сделали. Да. Раз нам дали бонус, значит, это лучший результат. Давай. Уф, удачно приземлился. Я прошел этот бонус. С первого раза. Я все только из-за того, что хоть я и соскользнул, но я удачно приземлился в итоге. Смог такой не кругом пройти, грубо говоря, а восьмеркой пройти эту часть уровня. Меток. Так, прыжок. Телевизора в игнор. Так, тут главное не торопиться. Потому что если очень быстро туда залезть, то гекс застрянет в текстуре и помрет. Даже опять же, несмотря на неуязвимость. Что неуязвимость, это такое дело. Оно дело спорное в плане своей актуальности. Фух, просто хвостом поймал. Сделаю, что я хочу дальше пройти. Хрена себе тут. На дальше вообще возможно. Ну,
Возможно. А, что? Не, ну нафиг ее. Ну ее нафиг. А, ты что делаешь? Нож, ну что ты? Иди в лес. Уи! Кстати, легко прошел уровень. Я в шоке. Так, и у нас босс сейчас. Опс. Давайте вот сюда вот. Токсичная черепаха. Ну, сначала я его так и вот, и вот так вот одолею. Покажу только легкий способ. Что так-то босс очень сложный. Мяукает, зараза. Больно ей. Да, если что, я держу кнопку вправо, и благодаря этому держусь вот там вот, на верхней части текстурки. А потом я, конечно, попытаюсь ее честным способом забить. Это такой вот забавный способ. И... Что-то Гекс очень разговорился. Да, очень много этой черепахи надо бить. Я не знаю, я там 4 или 5 раз ее ударил уже вроде. Да, она еще свой реактивный хвост скидывает. Я получил пультом в лицо. Это простой способ ее забить. Да, это мы в самом начале, в куполе. Теперь у нас открылся Ризополис. Но мы идем сюда. Я хочу попробовать забить эту черепаху. Эй, ты чё? Блин, чёрт, я не могу... Так, убейте меня кто-нибудь. Давай, убивай. Я чё, не могу второй раз на босса, что ли, напасть? Серьезно, что ли? Это какого чёрта? Чёрт, вообще нельзя, обидно. Ладно, значит не попробую. Может быть поэтому я и не забивал ее. Потому что мне не дают туда пройти. Ну что ж, тогда на этом и заканчиваю данную серию. Я благодарю вас за это внимание. Обязательно оставляйте свои комментарии. До новых встреч. Продолжение этого прохождения.